Такой торжественной встречи поезда на Шымкентском железнодорожном вокзале не было давно. Провожающие и встречающие гадают, кого так могут встречать. Несколько популярных произведений для разминки, и оркестр готов к встрече героев-победителей межрегиональных спортивных соревнований среди работников газовой отрасли Казахстана. Сегодня такой замечательный день. Биллинг-компания «Омега-21» по газу выезжала в город Астану на спартакиаду, где созывались 8 областей. В Боровом проводилась большая спартакиада. На протяжении 3 дней наши ребята показали очень положительные результаты. По концу, как бы сказать, привели к первому месту. И вот появляются победители спартакиады, сотрудники компании «Омега-21». Коллектив принимает свои объятия спортсменов, отстоявших честь Южно-Казахстанской области на республиканской спартакиаде, прошедшей в Боровом. Спортсмены с гордостью демонстрируют спортивные трофеи. Эльмира Турагильдиева выиграла турнир по настольному теннису, обыграв представителей из 7 областей страны. Спорт – это не последнее дело. Это был призыв нашего президента. И я думаю, что это очень большое, хорошее начинание. Кроме работы, мы еще хотели показать свои спортивные достижения. Что мы живем не одной работой, мы живем в Казахстане. И спасибо нашей вообще республике, нашему руководству, нашему президенту, что предоставляет такую возможность. Руководство ассоциации «КазЭнерджи», несмотря на занятость, планирует и в следующем году провести спартакиаду среди энергетиков, но она будет проходить с разделением по возрастным категориям. Бахтияр Худайбергенов, Ильдар Жунусханов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».